Пе-пе-пе-пе-пе, осетрина у нас. Приехали мы, вот опять осетрина. Не надо, зачем ты это делаешь? Не надо, не надо. Не надо. У-у. Вот она пошла. О, осетринка. Пе-пе-пе-пе. Хватает ее. А ну-ка дай мне эти щипцы. Это на даче, ребята, на даче. Есть мангал. Этот мангал, вот, это для овощей, да, а этот для мяса рыбы. Не-не-не-не-не-не, иди посмотри в комнате. Ты что? Там они где-то лежат. Не нашел? О, блин. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А ну посмотрим, что у нас здесь осетрина. Картошка у нас это, как говорится, не бейк потейто, но прогорела. О, хорошо, отлично. Хорошая. Ну, конечно, это не наша осетрина, но тем не менее. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ай, дальше, дальше, дальше. Ай, воздух, воздух. А? Это тебе не... Они на пропане, да? Да, ну нахуй, пропан это хуйня. Ну да, поэтому на пропане я только камень, стейки. Это камень, блядь. Ну стейки делаешь иногда, вот эти тонкие там? Ну это еще можно. На хате, да, там? Ну там пойдет. Да. А когда шашлык такой, чтобы хороший, да, да. С душком. Только, блядь, уголь должен быть. Конечно. Нет, хуй так, блядь. Видишь? О-о. Уже... Вот раз и все нахуй снимать. Перевернуть. Не ругайся без мата, пожалуйста. Ага, хорошо, хорошо. У меня цензура, здесь нельзя ругать. Если только по фене. А так фене не знаю. А, ну ты не знаешь. Тогда сейчас надо к Мамеду звонить. К Едрине фене. А ну-ка, что здесь у нас? А ну посмотрим. Вот у нас зонтик здесь такой, зонтик от дождя, да, вдруг дождик пойдет или что-то там. Не дай бог. Ну это дача, да, дача, это же не дом. Вот здесь у нас креслица, там столик кофейный. Да. Так. Чуть-чуть, а? Да. Хорошо? И нет. Животные ходят. Ну и животные ходят здесь до хера. Олени. В тот день олененок прибежал сюда. Да, а я это, молока налил и хлеба. Угу. Серьезно, утром вижу нету. Сожрал. Сожрал, не, да. Они не боятся, блядь. Да. Я когда-то там, блядь, на острове, блядь, олененка, блядь, точно. Ну, да, олень. И Тимур, блядь, ну, это, бачу. Я говорю, что ты, блядь, пацан не сказал мне, что ты уже взял этого маленького, блядь, такого, да, держишь в руках. А-а-а. Я бы подошел ему горло, блядь, чик, нахуй, а мы в лесу, блядь, одни нахуй. Ну-да. Мясо было, блядь, а он выручал, ну, много. Вот нахуй. У нас такой вот этот. Мангал. Мангал, и, как говорится, не этот, не за... 500, 600, 700 долларов. На черта нужно. Нормально положил, угли кинул. Нет, он охуенный этот. Сколько он? 120? 128 или сколько? Да, 130. Ну, что-то такое. Да. Ну, хуйня там. Да. Но да. Вот этот, ну, такой, это сталь, это, блядь, как, углеродистая сталь, которая не горит. Ну да, ну, причем тут это самое главное пожарить, мы же не профессионалы, там 5-6-10 мангалов просто я тебе во дворе сейчас не знаю для чего. Она, блядь, пожарил и... быстро, раз-два, да. Стейки, если надо, отвез домой, например. Здесь пришел, пожарил 5-6 стейков, да. И отвез туда домой, на угле, да, нормально, ну, чтобы... Конечно. Это уже совсем другой вкус. Конечно, чем, блядь, на дыму. Но там же нельзя у нас разжигать этот, ну, да. Огонь. Ну, да. Там прохибитит везде. Потому что штраф будешь платить, я не знаю, может быть, миллионы долларов, да, если зачем это надо? Да. Пропан. А на пропане что делаешь? Ну, это хуйня. Слайсы положишь тонкие, например, ну, или... там что-то поджарится. Да, или для, например,
А для сэндвича, когда делаешь, chicken breast, или этого breast, как его, turkey breast. О, отключилась батарея, садится. Ладно, потом, ребята, потом. О, вот салам, ребята, салам. Опять мы снова, как Василий говорит, в ресторане. Только на даче в ресторане. Здесь нет, да, таких ресторанов, что вот чабаб сделать с осетриной, вот такой чабаб хороший, а? Вот такой габан сделать, вот такой турши, чтобы был, а, пе-пе-пе-пе. А, чеснок, да, садом сах, лук красный, белуга, да? Наливай. А где же рюмочки я принес? А я большие рюмочки хорошие принес. А ты в мензурочке, что ли? Ну да. Ну ладно, давай. Давай, будем здоровы. Будьте здоровы, ребята, прежде за вас. То сказал бы, да, хотя бы, за наших ребят. Ну, следующее. О, хороший такой бадамджан. Пэх-пэх, бакинский бадамджан. Это здесь лежит уже давно. Да. Немножко передержанный. Нет, хорошо, да? Нет, наоборот. Отличный? Он лучше. Лучше? Да, полежит. Но он лежит. Там есть свежее, а это здесь лежит, наверное, уже, я не знаю, сколько. Месяца два. Нет, хороший? Писеньки такой. Во-во-во, пе-пе-пе-пе, наш бадамджан. Здравствуйте. Мне нравится, когда он кислый. Осетрина, осетрина. Покажи осетрину, покажи, покажи всем осетрину. Покажи, покажи мне, говорит, лицо. Ну, я им показал лицо. Вот и что так. Дальше? Покажи осетрину. А ну, не, не, сюда ближе. Ты совсем, у тебя нету этого режиссерского таланта. Нет. А, вот, опе, пе, смотрите, какая осетрина. Еще мы ели. Спасибо большое. Но это ничего страшного. Режиссерского нет. Зато билдерский есть. Да? Заодно рекламу даем. Кому надо, в штате Вашингтон делать полный ремодел домов. Контертап, ламинейт флор, хардвуд флор, разницы нет. Любая работа, электрик джобс, да? Да. Обращайтесь, пожалуйста, да, к нам на канал. Мы вам поможем по сходной цене. Нормальным людям по сходной цене. А ну-ка налей, я хочу кое-что сказать. Наливай. Я хорошие рюмочки принес, а ты выйди, малюсенький. Но здесь мы себя чувствуем раскованно, да? Потому что... Мы дома, говорите. Да, потому что там, ты сам понимаешь, что... Безусловно. Там мы не можем себя так вести, так как там семья. Там уже надо... Ну, спокойно сидеть, да. Куда-то уходить, тем более не хотят, чтобы много пил, понимаешь, это... Да, знаешь, только мне это кисело мозги идет, что я когда отдохнул. Ну да. Вот я алкоголик, папа Юра. Но став. Нет, я, ну, как говорится, я понимаю. Сейчас, секундочку. Она нормально говорит об этом. Но она не хочет, да, чтобы ты пил? Конечно, а как же? Нет. Много пьешь, ты громишь, но когда пьешь и кушаешь. Я кушаю. Ну как, я вот это я специально, видишь, случайно, случайно. Это лексика моего первого волоса я оставил. Давай мы выпьем, потом я скажу. Давай. О, упал сын. Давай. Да, мой сын тебе привет передает. А, сын, спасибо. Привет из Лондона. Да. Аллах верди в Лондон от нас. Да. Он говорит, передай... Оттуда привет. Оттуда привет. Взаимный. Лондон на Темзе. Как-то ну, все там получается. Илок, кусочек рыбки положи мне, пожалуйста. Давай я немножко рыбочку покушаю, осетринку хорошую, осетринку. Ну, не наша, конечно, каспийская, но тем не менее. Ну, да. Да. Нашего, почти нашего по вкусу надшарапчика. О, пе. Извини, да, Фазиль Мэллим, это не Баку, здесь нету таких ресторанов, да, там знаешь какие рестораны, ну, Баку знаешь, тем более сейчас на открытом воздухе шашлыки приносят разные сорта, люля-кебаб, там, мясо какое-то с какого-то
с какой-то части, понимаешь, это вырезка именно, как-то маринуют что-то. О, там кайф, ты что? Нет, ну... Как-нибудь, может, поедем, дай бог, если... Будем живы, не помрем, все поедем. Олег, да. Вот этот наш парень в Перми, который живет, он приедет, Славик с Германии. И я тебя специально возьму, чтобы... Они тебя уже знают, да? Юра, мой друг. И все, и мы поедем. Может, и мамец с нами поедет к тому времени, дай бог ему здоровья. И все. Да, с удовольствием. Будем банковать. Хотя они не пустят, чтобы мы банковали. То есть они, мы гости, да? Но мы по-своему будем банковать. Ну да. Ну как, блядь, какой-то Лисова сын поехал через Лондон и три. А, ты рассказывал мне, да-да-да. Да, да, с сыном, да-да-да. Ты что, блядь, ты меня угощал. Ну да. Ну мы же, ну как. Ну понятие есть, а как же. Юра, я забыл стаканчики, пожалуйста, для минеральной воды, если можно. Да, с горла же не будем. Водку можно с горла выпить, а? Минеральную воду неудобно с горла пить. Ну, вот что я хотел сказать, да? Не знаю, за столом кто как считает. Я считаю, как считаю. Так. Вот шерсть моего Рекса. Собачки моей первой. Здесь. Пойдут, пойдут. Вот его шерсть. Он скончался, не подох, не сдох, а скончался. В 14-м году Рекс, по-моему, да, скончался? В 14-м, да, 14. Ему было 10 почти с половиной лет. Вот этот каждый волосок Рекса, который здесь есть, да, если мы посчитаем, здесь мы насчитаем, наверное, ну, там, выше или, может быть, сотни тысяч, я не знаю. Но надо считать один к одному. Может, и миллион наберется, я не знаю. Если по одному будем. Вот этот каждый волос стоит больше, чем то молоко, которым, грамм молока, которым питался Александр Алексанян. Нацист, негодяй, популист, который хочет на вот этой волне войны, раздора между двумя народами, понимаешь, вписать свое имя золотое в историю армянского народа, проживая на территории Москвы, не беря в руки автомат или какое-то оружие, не защищая свою страну. Вот это вообще абсурд. Ты понимаешь, это популизм, это дешевка. Понятно? Но он будет где-то вписан, не дай бог, в историю. Я не хочу, потому что мой дед был армянин, бабушка. Я не хочу, чтобы такие негодяи были вписаны. Я хочу, например, такие, скажем, например, да, как Бабаджанян, Баграмян, да, маршалы Советского Союза, которые, может, когда-то встали не на правильный путь, потом защищали наш... И я говорю, вот этот волосок каждый не стоит грамма молока, который пил Алексанян, да, из груди своей мамы, врача, которая, наверное, с папой внушала ему... ненависти к другим и ставя на пьедестал почета, на первое место, свою армянскую великую расу и самый великий ген в мире. Ты представляешь? Вот, Алексанян, ты там ребят, да, которые хотят по душе сказать, посылаешь каких-то своих ублюдков, блядь, там, по Сочи, не знаю, пришли сюда ко мне. Если у тебя ворот есть, шантыга, жаж там кулёхат, блядь. Пришли сюда ко мне, посмотрим, кто будет у кого прощения просить, да? И кто перед кем будет извиняться. Понял? Пришли сюда, сукин ты сын, блядь. Но ты маленький, тебе 30 лет, я не хочу. Я маленьких, ты знаешь, вот, который, как моя дочка... Чуть-чуть старше на 2 года, может, младше, потому что они как дети, понимаешь? Да. Я не хочу с ними... Они еще, блядь, недопонимают. Не, не то, что недопонимают. Я чисто психологически, может быть, и физиологически, да, дохожу до того, что раньше я с ними гавкался. Сейчас понял, что они дети, понимаешь? Не могу, не имею права. Считай, что в Баку они были вот пацаненками по 5-6 лет, и я, например, ну что я могу? Сейчас большие стали, тупые стали.
глупые, блядь. Они глобально не смотрят. Они уткнулись вот в эту тупую идеологию. Понимаешь? Они не понимают, что есть мир. Есть окружающая среда. Есть множество проблем, над которыми человечество должно работать. Например, найти панацею от онкологии, да? Ну, онкология, конечно, подозревается там не... Ну, хотя бы от одного тайпа, да, типа, то есть онкологии, да, работать над этим. Или создать какой-то, я не знаю, произведение великое, например, как создавал когда-то Хачатурян, Адам Хачатурян, скажем, да, он великий армян. Или тот же Таривердиев, который писал Таривердиев, но, наверное, Таривердиан, в общем... 17 мгновений весны. Это же был прекрасный композитор. Это прекрасные люди были. Я сколько, смотри, этого возьми. Скончался недавно он. Как же его это? Мимино, который играл. Фрунзик Макарчан. Какой был замечательный человек. Несчастный, с трагической судьбой. Армянин с трагической. Какая разница? Мой дедушка. Я бы его вот сейчас встретил бы, например, если бы, да, скажем, перенесемся в другую сферу, скажем, да, немыслимого. Вот, например, я встретил его, о, Фрунзик, Джан, я его обнял бы, клянусь, посадил бы сюда, накормил бы, ты меня знаешь, он бы у меня жил бы, например, если он бедно оказался, я бы ему ногти на ногах стриг бы, понимаешь? Я его купал бы. Носки бы одевал бы на него. Ты понимаешь, о чем я хочу сказать? Человек был. Армянин, ну и что? Но человек был прежде всего. Человек. А потом уже армянин. Я же рассказывал тебе, как мы в фильме про черных сказал. Папа был. А, про черных, да. Ты представляешь, что у меня черные 12 человек, блядь. Не, ну 12 человек на него напали, ты мне рассказывал. Это. Хотели. А один Черниго пришел. Ну не черные, а African American, скажем. Ну, да. Похуй. Там их называют все равно черные. Ну у тебя дочка черная.